Всем хаюшки, с вами снова я, Лазер, и сегодня, как вы уже заметили, я играю в Clash Royale, испытание боевого тарана. Таран, да, по-моему, как-то так. Смотрите, давайте я сейчас тогда выберу колоду, но я ее буду... давайте до пяти считайте, какая нам выпадет, то есть... то и мы будем играть, в принципе, абсолютно любая она может выпасть колода. Ну, давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, нам выпала вот такая, ну давайте и сыграем, что ли. Так. Ну давайте, что ли, попробуем. Потому что у меня не очень так. То есть у меня всего лишь одна попытка. То есть вот я уже ее истратил. И тем самым у меня теперь уже три попытки. Ну, то есть кто-то понял, наверное, что у меня было 10 гемов. Я их потратил, теперь у меня всего три попытки. Так. У нас есть адская башня, кстати, очень хорошо, что она у нас тут есть, поэтому можем легко загонтрить вот эту лаву. Также тут есть вот еще вот эта фигнюшка. Вот как-то так давайте пустим. Дальше пустим нашего подрывника. Так, он нам немножко продамажил. Ну, ничего, ладно, не суть, мы все равно ему тоже хорошо продамажили. Так, это вроде на меня так немножечко побесивает. Так, давайте сейчас спустим боевой таран и вот этого гоблина тогда, наверное. Бац, 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 бац. Давайте, все, мы нанесли ему хороший урон. Очень хороший, ребят. И поэтому мы даже идем в плюс. Так. Также мы сейчас попробуем выиграть этот сам боевой таран. Так, давайте пустим надгробие. И пустим... Ой, это очень хорошо, что он так сделал. Очень мне он не нравится, ребят. Очень мне он не нравится, на самом деле. Так, ребят, он сейчас нас очень сильно выигрывает, на самом деле. У нас очень маленькие шансы, на самом деле, очень такие маленькие, но мы должны стараться выиграть их. Хотя нет, смотрите, он очень жестко делает. Да, он, походу, нас снес, ребят. Эта колода не очень нам удалась. Но ничего, давайте сейчас тогда посмотрим. Ну, давайте, наверное, мы проиграли все же. Или нет, стоп. Нет, мы все-таки проиграли, да. Давайте выключим модзи. Ну, все-таки, да, мы проиграли. Обидно, на самом-то деле. Ну, ладно, мы попробуем еще раз. Так, давайте опять. Раз, два, три, четыре, пять. Опа! Вот тут нам уже что-то поинтереснее. У нас есть Спарки и Шахтер. Также Вышибала и... многое другое. Ну, еще, точнее, Темный Принц. Так, давайте пустим, наверное... давайте пустим принца и шахтера. Бац. Все, ребят, мы ему сейчас нанесли невероятный урон при помощи двух карт. Хотя мы могли бы его и вообще снести, но он нам не дался. Так, печка у нас 7 уровня, ладненько. Так. Так. Давайте пустим, наверное, Спарки. Боже, Спарки это хорошее дело. Ой. Так, ребят, нас, походу, дамажит сильно. Так он Спарки не контрит, ребят, вообще.
И бац. Да, все, ребят, мимо башенку снесли. Так вот, у нее сильно проиграл. Хорошо, что я вовремя пустил шахтера, иначе было бы все плохо. Так. Но этот пацан очень плохо играет. На самом-то деле достаточно... А, у него тоже есть парки. Тогда все меняет. О, замечательно. Так, давайте сейчас тогда пустим свой таран. Боевой, самое главное. Давайте разгоняемся на полную скорость, и нас побеждают вот эти вредины. Так, элитки. Так, ребят, сейчас нам надо всеми силами их контрить, потому что они могут сейчас реально нам навредить волшенка. Волшенка только. Бац! Еще обычный принц. Да, мы уже две башни снесли. Бац! Бац! Выиграли мы его, ребят. Выиграли! Очень хорошая колода. Мне даже самому понравилось. Так. Так. Ну, вроде бы как-то так. Я даже сам не считал, просто на 5, по-моему, да, где-то так, да. Сейчас у нас очень хорошая колода, на самом-то деле, очень хорошая. Так, ну, я, наверное, тоже долго снимать не буду. Потому что, ну, я на айфоне снимаю, поэтому очень может протупить сильно и будет очень плохо. Бац! Бац! Вообще не помеха с этим сражаться. Так, давайте пустим элиток, потому что они очень сейчас помогут нам. Ну, не в том смысле, ну просто пустим, короче. Так, все, войско вот сюда. Ой, что-то я немножко протупил, ребят. Немножечко так протупил. Давайте пустим тогда гигантского скелета. Ой, нет, лучше таран. Бац! Спарки пулемет. Так, спарки, держите. Мы сейчас будем с тобой атаковать. Блин, не получилось. Ну ладно, но... Слушай, мы сейчас сильно его поломали. Давай. Бац, бац, бац. Еще один давай. Блин, не получилось у него. Ладно, тоже неплохо. Так. Гигантский скелет давай пойдешь. В атаку. У него вроде бы никого там нет, поэтому все у нас замечательно. Гоу! Бац! Молодец, спас Спарки, кроме вершиц. Бах! Нет, Спарки, к сожалению, не выжила. Но ничего, не суть, мы вот все равно сейчас сносим. Мы его выиграли, еще одна победа, ребят. Замечательно просто, мы прям... Тащим, реально тащим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Опа, тоже громовержец. Так. Ну, неплохо, на самом деле, реально неплохо.
Нет, не надо все-таки пускать, наверное. А вот сейчас мы пустим боевой таран. На! Бац! Давайте пустим яр, что ли? Так, нам, походу, башенку сносят. Да, нам ее сносят. Кстати, обидно немножко, ну ладно. Все равно мы сажались сильно. Хорошо, мы сажались. Так, хорошо. Так, давайте, наверное, пустим голема или адскую гончую, а потом за ними что-то пустим, потому что как-то вообще плохо. Так, все плохо, понятно. Блинчик, ребят, он сейчас плохо у нас. Все очень плохо на самом-то деле, очень. Все, ребят, мне это до ненормальности разозлило. Так, давайте пустим адскую гончу. И что тут повытворяем? Нет, ребят, походу мы все-таки проиграли. Да, мы проиграли, несмотря ни на что, мы все-таки проиграли. Обидно, на самом-то деле, обидно. Не лучше я игрок, на самом-то деле, но все же, ладно, давайте сейчас тогда... А знаете что, давайте, ладно, тогда хватит на сегодняненько. А, ну, тогда, может, завтра или... Не знаю, когда я еще продолжу снимать. Но, во всяком случае, всем бай-бай. И всем пока, но все-таки вы поняли, пока.